колечко зацепилось. Опа, она за веревку. Не-не-не, Степа, так не надо. Так кричу ему, как будто он меня это, знаешь. Понимает. Да, послушает прям и слышит. Мне кажется, он занят, сейчас кроме себя ничего не слышит. Степа, ну вот ты же гос. Дурко такое. Ага. Что? Колечко? Колечко, да? Колечко, колечко, кольцо, да. Очень всем оно необходимо. Угу. Опа, просто застряла опять. Очень нужна вещь. Степа в другую сторону тащи его. Вот, распутал. Молодец. Смотри, молодец. Ну, башковитый, ничего не скажешь. Манечка, там пока повезло, а тут, конечно, башка сработала. О, смотри, Маня скалолазка. Маня вообще умница. Вообще альпинистка. Молодец. Степан с этим кольцом, конечно. Воздушный гимнаст. Хочет и Маню погонять. И ох, неутомимые. Неутомимые просто. Дети. Ну, пила она. Ну, вот... Нет, надо ее достать. Пила она. Это ж Степа. Пила она, видите ли. Да, это ж Степа. Одна пила. Говорит, а я не позвала. Павлин пришел. Павлин, что ты там ищешь? Приключения. Угу. Приключения. Смотри, хочется. Степан, он такой. Устроить может приключения. У него ласса вон с кольцом. И так. А Манечка, видите ли, опять пила. Что и без пьет, меня, и да, пьет, скажи. Пьет и пьет. Мне кажется, Маня от него так убегает, что он этим кольцом зацепился специально. Вполне может быть. Маня тоже хитрая девчонка. Полезла, полезла. Смотри, какой. Молодец. Молодец. Тренировка для Мани. Степан. Угу, угу. Не должна Маня лазить. Нечего ей вот там делать. Сидеть здесь. Ох уж, Степан. Куда ты там убежал? Ну, на пень туда. Прям кольцо это не отпускает. Маня не поймала девочка. Что, она хотела за веревочку? Снизу, да, такая. Слазит, слазит, слазит. Сейчас опять. Он еще второе хочет, наверное, отцепить. Ну, хотеть не вредно. Чтоб были два его. Властелин колец будет Степан у нас. Да, Степа? Будешь властелин колец. Вот он. О, и попа в кольце даже. Да, Степа, позавидует твоей ловкости любой акробат. Люди тренируются, чтобы под куполом цирка вытворять всякие чудеса. А ты раз с легкостью, что хочешь, то и вытворяешь. Ой, и то кольцо, и это все схватил. Молодец. Отцепилось-то. Так, надо поднимать, да? Вот, умница. О, куда ты побежал? Степан, куда? Ой, я не успеваю за вами и кольцом. Кольцом ты так, мой. Ты хочешь все окрутить, опутать тут, смотрю. Ой, за веревочку. Степан.
Вот Степа двигатель. Двигатель, прыгатель, скакатель. Так. Да так не очень удобно снимать маняшку. Что вы там щебечете с маняшкой? А мы следим за Степашкой. Ну вот, отлично. Вот, вот. Соображалка работает как. Запутал там, но не сдается. Смотрите, сейчас раз вытащит. Нет еще? Степа, не пролезло колечко там. Ну вот пока Степа занят, Манечка тут это позависает. Да, занят Степа надолго, походу. О, боже! Павлин испугал. Ты чё кричишь? Ну, говорю, я павлин. Кричи подальше. Так, всё, да? Прибежал Степан. Все, Степа пошел к Мане, правильно. За Мане, за Мане. Бросил кольцо. Смотри, вот это и понеслась. Побежали, побежали. Ого, все, поймал. Угу. Дай попить ребенку. Степан. Степа, где Степа? Колечко? Ищи свое кольцо. О, все, вот займи зубы. Ага. Хулиган. Кто не рискует, тот не ест кукурузную палочку, да, павлин? Так, ну ладно. Надо уходить. Надо. Пора домой.